жонглер. Сегодня в цирке полный сбор. Китайский фокусник-жонглер участвует в программе, жонглирует шарами. Он воздух бросает, и ловит он сразу 12 шаров и китайскую вазу. Цветные стаканы он ставит на блюдо, и вместе с подносом взлетает посуда. Он в воздух бросает любые предметы, мечи и ракеты, флажки и букеты. Цветные стаканы и блюдца, и хлопают все, и смеются, и смотрят из ложи Сережа Петров. Нет у Сережи стеклянных шаров, но дома стаканы найдутся. Теперь он фокусник-жонглер. Он так и скажет маме. Он завтра выбежит во двор, жонглируя мечами. Вот он захочет выпить чай, стакан подбросит невзначай, потом поймает на лету и поднесет его ко рту. Теперь вы, пожалуйста, чайник подбросьте, попросят его восхищенные гости. И будут расспрашивать хором, давно ли вы стали жонглером? Темно на арене огромной, темно и в партере, и в ложе. Ушли жонглеры и клоуны, домой возвратился Сережа. И вот к столу подходит он, стакан бросает смело. Сережа очень удивлен, вдруг что-то зазвенело. Разбился стакан и стеклянное блюдце. Никто же не знал, что они разобьются. Другие бросают 12 шаров и даже китайскую вазу, но что не подбросит Сережа Петров, все разбивается сразу. Нет, говорит он, решено. Жонглером я не буду. Но мама прячет от него стеклянную посуду.